Ты уверен в том, что задумал? Я это задумывал уже очень давно. И пока он не вернется, я не могу быть уверенным. А если его все-таки обнаружили, тогда он выведет их на нас. Не выведет. Он мне предан, как и все вы. Мой господин, я вернулся. Я же говорил, что он преданный. Никогда не сомневайся во мне. Я бы не посмела. Это мой шанс. Либо сейчас, либо уже никогда. Эмилиан, почему ты здесь один? Что-то случилось? Нет, все хорошо, Хэнни. Просто мне одному лучше думается. Как прошел ваш поход с принцем Чезаре? Все прошло вполне отлично. Ничего серьезного. Так, ерунда. Я очень рада, что ты вернулся целым и невредимым. А что бы со мной могло приключиться, Хэнни? Это обычный поход. Я очень благодарен тебе, Хэнни, что ты переживаешь за нас. Эмилиан, постой! Да, Хэнни. Я хотела сказать... будь осторожен. Да, конечно, Хэнни. Мой лорд, по приказу вашего сына, тело убитого было закопано. Да, Делай, это все хорошо и прекрасно. Но у меня есть к тебе другой разговор. Все, что угодно, мой лорд. Какие у тебя отношения с Хэнни? Отношения с Хэнни? Мой лорд, я не совсем понимаю вас. В нашем недавнешнем разговоре с Хэнни она призналась, что влюблена в жеребца, который очень близко знаком с моим сыном и, естественно, приближен ко мне. Могу вас заверить, мой лорд, что нас с Хэнни ничего не связывает. Мы служим вашему величеству и дворцу. Значит, она говорила не о тебе. Что ж, хорошо. Ты свободен, Делай. Спасибо тебе за службу. Благодарю, мой лорд.